Ребята, просьба построиться красиво, тем более вон вас по большому монитору показывают. Мы же самбисты, мы же дисциплинированные. Давайте покажем нашу дисциплину. И родители могут фотографировать своих детей из-за ограждения, которое находится возле камеры. Начинаем церемонию награждения первых всемирных детских игр, раздел самбо, второй день. Среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения. Но прежде чем начать награждение победителей и призеров, главная судейская коллегия определила номинации «За волю к победе» и «За лучшую технику». За волю к победе среди девушек награждается Шкурко Виолетта. За лучшую технику Каджаева Альбина. Награждение проводит главный судья соревнований Циклаурий Илья Геронтович, судья всероссийской категории Северная Осетия Алания. Среди юношей за волю к победе награждается Дирижанов Роман, за лучшую технику Анасов Адам. Девочки, вернитесь, пожалуйста, сюда. Вам не все подарили. Пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. Ребята, которые проявили волю, характер, показали хорошую борьбу. Спасибо. Для награждения приглашается Вихрин Виктор Викторович, президент Федерации Северо-Казахстанской области, город Петропавловск. Поправка: Вахрин Виктор Викторович.
Среди девушек в весовой категории 37 килограмм второе место заняла Бешенова Изабелла, Кабардино-Балкарская республика. А первое место заняла Кубова Заира, Краснодарский край. В весовой категории до 47 килограмм третье место заняла Цирулькевич Алина, Краснодарский край. Второе место Рутюнян Эмма, Краснодарский край. И первое место Вершинина София, Краснодарский край. Спасибо. Весовая категория 51 килограмм. Третье место поделили Харольская Арина, Ставропольский край, город Невинномысск. И Сидяева Ксения, Ставропольский край. Второе место заняла Шкурко Виолетта. И первое место Кириллова Стефания, Карачаево, Черкесская республика. Весовая категория 55 килограмм. Третье место поделили Хадикова Мария и Жангириева Алена. Хадикова, Ставропольский край. Жангириева, Кабардино-Балкарская республика. Кухтина София заняла второе место, Краснодарский край. И победительницей стала Каджаева Альбина, Северная Осетия, Алания.
Весовая категория 59 килограмм. Третье место поделили Тибилашвили Камила, Краснодарский край. И Веремчук Милана, травмированная, уже уехала. Второе место заняла Карпова Екатерина, Краснодарский край. И первое место Жажиева Камила, Северная Осетия, Алания. Поправка Жажиева. Ребята, я сейчас закончу награждение. Это что за неуважение к тем, кто стал такими же победителями, как и вы? Мы же самбисты, мы должны быть дисциплинированные. Весовая категория 65 килограмм. Второе место заняла Сердюкова Диана, Ставропольский край. И первое место Рябкина Арина, Абхазия, Новый Афон. Для награждения приглашается главный судья соревнований Циклаурий Илья Геронтович, Северная Осетия, Алания. Девочки забыли подарки, красавчики. Весовая категория 35 килограмм юноши. Третье место поделили Лампежев Тамерлан, Кабардино-Балкарская республика, и Бареев Тимур, Краснодарский край. Второе место Ибрагимов Камиль, Карачаево-Черкесская республика. И победителем стал Кумыков Ренат, Кабардино-Балкарская республика. Весовая категория 38 килограмм. Третье место заняли Джутов Амиран, Карачаево-Черкесская республика, и Жиляев Мухаммед, Кабардино-Балкарская республика. Второе место занял Капсергенов Ахмед, Карачаево-Черкесская республика. И победителем стал Жажиев Тимур, Северная Осетия, Алания.
Для награждения приглашается Гамзатов Ахмед Гаджиевич, победитель Кубка мира по боевому самбо 2023 года. Весовая категория. Будет по-боевому. Значит, судьба быть по-боевому. Весовая категория 42 килограмм. Третье место занял Гулоноков Камир, Карачаево-Черкесская республика. И Белов Александр, Карачаево-Черкесская республика. Второе место занял Кайтуков Заурбек, Северная Осетия, Алания. И победителем стал Кудаев Ислам, Кабардино-Балкарская республика. Стесняется Ахмед, но мы его все поддержим аплодисментами. Весовая категория. Килограмм. Третье место поделили Кудаев Беслан, Кабардино-Балкарская республика, Игонов Шамиль, Карачаево-Черкесская республика. Второе место занял Берхамов Имран, Кабардино-Балкарская республика. И победителем стал Азнауров Артур, Краснодарский край. Спасибо. Для награждения приглашается. Забирай. Вице-президент Федерации дзюдо и самбо Ставропольского края, старший тренер сборных команд Ставропольского края Тахун Спартак Рафаэлович. Весовая категория 50 килограмм. Третье место поделили Зинатулин Руслан, Северная Осетия, Алания, и Шагенцуков Тимиркан, Кабардино-Балкарская республика. Второе место занял Кармов Марат, Карачаево-Черкесская республика. И победителем стал Кабернецкий Никита, Краснодарский край. Весовая категория 54 килограмма.
Третье место поделили Меджидов Магомед Хабиб, Ставропольский край, и Восконян Даниил, Краснодарский край. Второе место занял Меликян Богдан, Ставропольский край. И победителем стал Ажахов Амин, Кабардино-Балкарская республика. Призы предоставлены администрации города Невинномысска, а также компании «Молочная легенда». Это высококлассная молочная и кисломолочная продукция из натурального молока. Для награждения приглашается Бабгоев Олег Камильевич, президент Федерации самбо Кабардино-Балкарской республики, чемпион мира по самбо. Ваши аплодисменты, россыпь звезд на ваших соревнованиях. Весовая категория 59 килограмм. Третье место заняли Гидов Адам, Кабардино-Балкарская республика, и Гигиев Самир, Кабардино-Балкарская республика. Второе место занял Моздогов Инал, Кабардино-Балкарская республика. И чемпионом стал Махаматов Махамат, Кабардино-Балкарская республика. Весовая категория 65 килограмм. Третье место поделили Аслануков Ислам, Карачаево-Черкесская республика, и Нашев Амаль, Карачаево-Черкесская республика. Второе место занял Мешев Амир, Кабардино-Балкарская республика, и победителем стал Анасов Адам, Карачаево-Черкесская республика. Здесь все звездное, здесь все легенда. Россыпь чемпионов и призеров чемпионатов мира. Это говорит о том, что наши победители и призеры должны выполнить поставленные цели, стать такими же чемпионами. Молочная легенда поддерживает детский спорт. Давайте приучать детей к натуральным нашим молочным продуктам, к здоровому образу жизни. Для награждения приглашается Асланян Гор Манвелович, тренер сборной команды города Невинномысска. Весовая категория 71 килограмм. Третье место поделили Исаков Давид, Северная Осетия, Алания. И Керничук Евгений, Санкт-Петербург. Второе место занял Шураев Азрет,
Карачаево-Черкесская республика. И победителем стал Гергов Амир, Кабардино-Балкарская республика. Ребята, давайте все-таки красиво построимся. Вы же самые лучшие и красивые. Давайте это покажем всем. Повторно приглашается Шураев Азрет, Карачаево-Черкесия. Он, наверное, забыл, что стал одним из победителей этих соревнований. Подвинься ближе. И весовая категория свыше 71 килограмма. Третье место поделили Мавсисян Эрик, Ставропольский край. Баракаев Ануар, Ставропольский край, город Невинномысск. Второе место Мощников Иван, Ставропольский край, город Невинномысск. И победителем стал Окалелов Алексей, Невинномысск. Награждение проводит также тренер сборной команды города Невинномысска Асланян Гор Манвелович. И наступил самый... Ребята, сейчас буквально в течение пары минут будет подведен итог в командном первенстве. Для этого нам нужно буквально 2-3 минуты, чтобы наступил решающий момент, кто же на первом этапе Всемирных детских игр дружбы занял первое командное место. Немножко подождем, вспомним, как мы боролись в течение 2 дней. Ребята, просьба победителям и призерам не расходиться, чтобы сделать общую фотографию. Подождите, еще не сейчас. Или вы фотографируете. Вот как раз у вас время есть для фотосессии, чтобы подождать итоговый результат.
Ребята, пьедестал пока свободный. Сборная команда КБР подойти для фотосессии пьедестала. Сборная команда КБР. Итак, внимание, для награждения в командном зачете кубком от главы города Невинномысска Михаила Анатольевича Миненкова приглашается Бабгоев Олег Гамильевич и Гамильевич и Тахун Спартак Рафаэлович. Ждем этого момента, и приглашается представитель команды-победителя Кабардино-Балкарской Республики! А также команда-победитель награждается специальным сертификатом на 50 тысяч рублей от учредителя бойцовского клуба «Спартанец» Азнаурова Романа Яковлевича. Спасибо.
Остальные все команды заняли общекомандное второе место. Команда Кабардино-Балкарской Республики. Вас собирают ваши представители возле пьедестала.